Приветствую всех. В этот раз вот такой вот пакет приехал ко мне. Сейчас мы его откроем. Так. Что у нас здесь? А здесь у нас карта памяти. 8 гигабайт. Такая вот очень-очень фирменная, якобы голографическая наклейка для того, чтобы те, кто захочет подделать эту карту памяти, столкнулись с трудностями, с определенными, да? 10 класса эта карта памяти. Сделана в Китае. Кому интересно, может поставить на паузу. Изучить все, что написано. Вот такая вот карта. Опять с рисунками на поверхности. То есть не просто обычная черная, как мы привыкли. Давайте откроем, наверное, посмотрим, что внутри. Хотя, что там смотреть? Карта памяти там внутри. Ножниц у меня, к сожалению, поблизости нет. Будем вот так вот осторожненько, чтобы не порезать палец, все это дело делать. Так, ну и с этой стороны зайдем. Так. И что? Все равно ничего не открывается, да? Вот так вот, если с трудом все это разъединить, то можно, конечно, доступ получить к содержимому. Здесь что-то тоже вклеено. Слушайте, не достается. Наверное, нужно вот так все-таки ее всю разорвать. И только после этого доступ получим. Вот она. Карта между двух пластиковых таких. Как это назвать, даже не знаю. Между двух кусочков прозрачного пластика размещена. Что у нас написано здесь? Здесь у нас, как обычно, написано, что сделано на Тайване. Карта памяти. Хотя помню, да, что на упаковке написано «сделано в Китае». То есть нужно понимать так, что карта сама сделана на Тайване, а в Китае нанесен вот этот вот рисунок. Ну и сделана упаковка, наверное. Все, будем тестировать. И по результатам теста сделаю видеообзор этой карты. Очень короткий, как вы понимаете, он получится, потому что про карту особо говорить нечего. Посмотрим, может быть, у нас еще что-то есть. Да, еще что-то у нас тут есть. Здесь у нас вот такой вот адаптер. SanDisk, на котором написано. Полезная штука. И вот такой вот еще, то есть это адаптер под SD стандартного размера, карта сама microSD, а вот здесь у нас адаптер для USB. Вот такой вот. Адаптер очень простой. Честно скажу, что выглядит он не очень. Но будем надеяться, что он работает. Интересно, он USB 3 или нет? Нет, USB 2. Вот здесь написано. Но, тем не менее, неплохо. Неплохо. Сколько точно стоила эта карта памяти, я уже не помню. По-моему, что-то около... Что-то около... $3. В описании под видео дам ссылку на магазин, где все это дело покупалось.
На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч!